Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с описанием работ по книге «Великий музей мира». Фигурка богини риса, Чили. Остров Бали. 20 век. Пальмовые листья, плетение, резьба, серебряная фольга. Высота 54. Рис. Рис играет основную роль в рационе значительной части народов Индонезии. Поэтому существуют различные обряды Пересембахан, призванные обеспечить богатый урожай, а также его сохранность в течение года. Одна из них проводится после завершения жатвы. В это время в деревнях из листьев пальмы принято делать фигурки богини риса, которую называют Чили. Как правило, это плетеная кукла с пышной прической, украшенной цветами, вырезанными из пальмовых листьев. К ее ушам прикрепляют крупные круглые серьги из серебряной фольги. Такие изделия устанавливают в хранилищах риса, называющихся Лумбунгпади. По народным поверьям, они призваны оберегать урожай от злых сил. Ну, вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе «Фигурка богини риса. Чили. Остров Бали. 20 век». Пока-пока. До свидания. Всего хорошего. Знать что-то новое.